Координата тела меняется с течением времени согласно закону x равняется 4 минус 2t, где все величины выражены в системе Си. Какой из графиков отображает зависимость проекции скорости движения тела от времени? Перепишем зависимость. X равняется 4 минус 2t. У нас есть координаты тела. Мы знаем, что первая производная от координаты по времени будет скорость. То есть 4 минус 2t штрих будет равняться скорости. Возьмем производную. Это получается, что 4 штрих минус 2t штрих. Это будет 0 минус 2. Так как производная от t это будет единица. То есть скорость равняется минус 2. Отсюда делаем вывод, что график, который нам подходит, это под номером 4, там где скорость равна минус 2.